Всем привет, с вами Гримбойд. Ну что ж, пошли в следующую миссию, блять. Там будет жестко. А. Видите, мы уже одни по... А, нет, не одни. Если тупой, везет. Remember me, Chris? Yes, I know your name. И все, разбомбили, пока нас не было. Perhaps this is more familiar? Hello, Christopher. You see, I've resumed my original profession. You never questioned where all that juicy information was coming from. А что за фидер? That's what I love about the Americans. One finger up the nose and the other on the remote control. You were also busy entertaining yourselves to death, while our great nation was busy. Busy liberating Europe from the same fate. Our horizon grew, while yours has faded out. Видите, здесь все, нас разбомбили нашу базу, блядь. Снег, кажется, уже пошел, да? Боеприпасов нету. Давай, блядь. Что не думаете, блядь? Дебил, блядь. Аптечки. Подбираем. Командиры ёбнули. Что-то ещё осталось от наших? Немножко на патронов осталось. Ау, тебе, господи. На ту сторону надо перебраться. Ага. Где напарник? Где напарник? Он нас кинул, блядь, предатель. Я умею плавать, не кусь. Тончики не дают, сука. Все хоть за птички, блядь. Ну что ж, эту миссию я пройти никогда не мог. Пошли. И дальше наше прохождение уже начинается вслепую. Ну, блядь. Вы с тринатором столкнулись, ребята. Я пулемет все только... Потом, конечно, мало. Но он того стоит. Пока что. А вот теперь уже проблема началась. Проблема сейчас вот начинается. С него патроны-то кончатся, блядь. Ага. Подожди. Чихнул. Извиняюсь. Чё ты пистолет взял? Нахуй мне пистолет, Николаш, дай. Передвигаемся от одного кутика к другому, пока нет. Do not make me angry, Christopher. I have tried to reason with you. Николаш. Do not try my patience further. Взяли. Теперь жизнь полегче станет. Пусть не намного. Типа ты косой с пистолета, я просто с этого хуею, блядь, иногда. Лестница? Ух ты ж, блядь. Дробовиком. Все с дробовиками, да ёб твою мать, блядь. Я думаю... Ах ты, сука! Кто? Попутал что-то, что ли, блядь? Я ему в бошку выстрелил, а ему похуй, блядь. Откуда? Блядь, пистолет бери, ёб твою мать! Ебать их там, нахуй. Грязи, блядь, натурально. Давайте мы сейчас сделаем все в плюс. I will spare the lives of your friends if you surrender now.
Simply lay down your weapon and show yourself. Surely you don't wish any harm to come to them. Ага. Размечтался. Пользуйтесь, что у меня патронов практически нету, блядь. Блядь, нету патронов. Как это недоступно, хуёво. Никак ты не сгорел. Мы все преодолели, ребята. Переживаться. Че, поспускался ты быстрее? Я вообще тебе спасибо сказал. В натуре опалч умеет. Ты сука. Ракетница. Кстати, не так легко ракетницу дают, блядь. Что-то у меня есть непонимание немножечко. I do not have time for this foolishness. Быстро. Ну да, попробуй. Попробуй. Let us end this quickly. Попробуй. Я жду тебя. Не сюда или туда? Здесь еще и печатали, сука. А нет, ну-ка. Ты гандоны, блядь, а? Не схожу. Компрессия, ну вам хуй знает, что это такое. Ой, блядь. Кристофер, как ты, блядь, выжил? Ну? Что же, блядь, катакомба, я не понимаю. Ну. Здесь обвалилось все. I will punish you for your impudence. Your struggle ends here. А, что-то типа можно вас расстрелять, блядь. Спасибо. Где еще гаврики есть? Я типа должен пробиваться с пистолетом, а РПГ нести в руках, блядь, что-то такое, что-то не понял, блядь. Давай, блядь. Уже в зимних куртках белых, блядь. Откуда вы здесь, блядь? You have no options left, Chris. Просто сейчас выходит. Зайти по свежему. Какой же, скажи-ка мне, пожалуйста, у меня выход.
Да ну нафиг, татарина не жалко же, блядь. Ну, даже фамилия, пожалуй, к тому, чтобы я его ёбнул. Сам скажи. Боеприпасы, блядь. Больше ничего не надо в этой жизни. Ах ты, сука. Где? Ну, черепашки нити пизды не дадут за это, потому что мы здесь творим, блядь. Опа, заметили. Давай, блядь. Давай, давай, давай. Опа, я заныкался. Я остался один, сдавайся немедленно. Тереперы, тереперы. А вон он тебе. Знаете, чем доказывает то, что сейчас это подземелье ебаное, это то, что показывает, как русские все-таки любят копать, блять. Это просто пиздец. Ваша страна любит копать, вы это знаете. Стоит, а, блядь. Так. Ох ты, сука. Почему я гранату не кинула? А что я могу использовать? Я могу использовать это очень легко. Enough! My patience is at an end. You will live to regret your actions. О, блядь. Я ни о чем не жалею, это не пулемет дал только что. Конечно, без боеприпасов, но кого ты ебет, ну? Серьезный, блядь, человек. Что-то нам говорил, хватит, типа, я испытал вот так. Ебать! Может она так, может и нет. У меня еще пару гранат есть, блядь, я могу кинуть вам туда. Блядь, да чё, что за бат за автомат? Держусь, только не понимаю за что. Блять, гранател был. Пулемет. Ой, блять, нахуй! Your cause has ended. Сколько у вас тут, блядь, человек, нахуй, собрали, я не понимаю. Пол, блядь, батальона, что ли, я не понимаю. Вот. Just keep up with me. I got a hideout over this way. The Reds ain't never gonna find us up here. Нихуя себе. Ну-ка. Я не думал, что я так быстро пройду. Татьяна Кемпински at SAFN Studios in New York. The Soviet Armed Forces have tonight declared a total victory over the underground rebellion. After numerous barbaric attacks by the rebels on Soviet bases in each borough of New York, the situation is finally under control. We continue to receive reports of minor incidents around the city, but it is clear that the rebels have been defeated. Tragically, our beloved commander-in-chief, General Tatar, has paid the ultimate price in his relentless fight against the Freedom Phantom and his henchmen.
He was assassinated earlier tonight in a dastardly rebel ambush. We go live now to Governor's Island, where the funeral ceremony is about to commence. Comrades! This is indeed a day of infamy. We are gathered here today to bid farewell to our great leader. We came to restore law and order, to secure peace and stability in this region, and save the American citizens from brutality and exploitation. And this is the brave general's reward? He shall not have died in vain. As second in command, I respectfully take his place, and I vow today to track down the cowardly scum who committed this outrage. I swear revenge today on the so-called Freedom Phantom Christopher Storm and puny army of remaining rebels for the brutal killing of our beloved leader, Soon your days are numbered. You and your followers will be flushed out and destroyed like sewer rats. Long live the Soviet Union! Long live the revolution! Long live Soviet government of the United States! Тебя застрелим, не переживай. Переживай, мы до этого дойдем. Хуя у нас аппарат, блядь. Ты снял капюшон, блядь, ну ты пиздец. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел. Всем пока. Не думаю, что я смогу пройти эту серию. Ну, давайте, ладно. Смогли же. Еще раз спасибо. Увидимся в следующей серии.